Ну, в целом матч действительно выдался напряженный. Сложные погодные условия. Конечно, каждая команда хотела победить. Вот, было много борьбы на поле. Значит, что касается нашей команды, я считаю, что проявили характер в этих условиях, несмотря на то, что проигрывали, сумели выровнять игру. Вот, второй тайм, где-то концовку второго, вторую половину второго тайма в целом мы контролировали мяч. Но, честно говоря, было очень много таких невынужденных потерь, из-за этого, как говорится, мяч не держался как следует. Вот. Ну, матч действительно выдался боевой. Наверное, итог закономерен по данному матчу. Ну, конечно, это очень приятно, когда вот так люди с таким энтузиазмом создают, как говорится, клубы футбольные. И причем хорошая инфраструктура, потому что поле, я думаю, что просто великолепное. Я думаю, наверное, лучшее поле в нашей зоне. Вот, я думаю, для популяризации футбола в Ростовской области, которая всегда была богата талантами, значит, это крайне необходимо. Вот, я думаю, что это хорошее начинание, тем более, что сейчас в Ростовской области уже несколько команд играют во второй лиге. И, естественно, я думаю, количество должно перейти в качество. Если вы заметили, мы немножко перестроили в перерыве схему и вышли на второй тайм немножко по другой расстановке играть. И, на мой взгляд, нам там тайм этот удался. Единственное, конечно, очень сильно огорчает те невынужденные такие ошибки при выходе из обороны и в центре поля. Вот, и они несколько так смазывают впечатление. Но могу сказать, что мы маленький шаг вперед сделали, конечно же, по сравнению с Назранью. Вот, но очень жаль, что не добились победы, мы хотели, стремились там, прикладывали усилия для этого. Но, видимо, пока недостаточно, значит, наиграли для того, чтобы победить такого серьезного соперника. Очень организованная команда, и поэтому нам было очень непросто. И в некоторых моментах, и в первом тайме, там, и во втором. Но, в свою очередь, все равно, на мой взгляд, у нас таких было больше острых подходов, было больше ударов. Но, наверное, все-таки надо признать и быть объективным, что результат закономерен. Поэтому, ну, нам только остается работать дальше и, ну, улучшать свою игру. И все равно, как бы мы ни хотели, в любом случае мы все-таки находимся в стадии становления. Все равно большая группа игроков, поэтому приходится нам по ходу чемпионата урегулировать кое-какие взаимодействия. Вот, и мы ищем, чтобы улучшить свою игру. Поэтому, ну, естественно, хочется не терять очки. Не терять очки и сражаться за результат в каждой игре. Ну, на мой взгляд, если будем так, как сегодня, выглядеть, то победы придут.